аккумуляторов FP12 подает звуковой сигнал, и вот здесь лампочка мигает, где инфракрасный порт, сигнализирует о превышении какого-то барьера, да, предельного. Эти барьеры запрограммированы. Погрешность у данного прибора минимальная. Там по метану 0,4%. Метан и пропан он определяет и сигнализирует. Комплектация совсем стандартная, как и у всех подобных приборов. Щуп, зарядка, ремешочек, паспорт. Да, течеискатель, сигнализатор. Включаем данный прибор. Включаем долгим нажатием. Держим. Он загорелся. И сразу характерный звук работающего микрокомпрессора. Вот он сразу мигает у нас. И пошел обратный отчет. 30 секунд ему нужно, чтобы разогреть сенсор и начинать работать. Что мы видим здесь? Видим шкалу вверху. Как раз таки шкала течеискателя. Вот. И циферка 1 – это диапазон чувствительности. Кнопочкой диапазон мы можем менять диапазон чувствительности. Да, и тут показано, что сейчас он работает на пропан. Пока он ничего не сигнализирует, не кричит, не мигает, значит, все в норме в данном помещении. Ну и слава богу, мы здесь работаем. Чтобы переключить на метан, да, нужно выполнить нехитрую манипуляцию, которая описана в паспорте. Там определенная комбинация кнопок, чтобы его перепрограммировать, чтобы он работал на метан. Сделано это, опять же, для того, чтобы неопытные проходчики, неопытные работники не искали, например, метан там, где нужно искать пропан.